Нижегородцев просят сообщать в районные отделы управления административно-технического и муниципального контроля о скользких тротуарах. Как сообщают в городской администрации, из-за температурных качелей и аномальных для декабря дождей на асфальте повсеместно образовалась наледь. Из-за этого люди падают и травмируются. С начала декабря на обледеневших улицах Нижнего Новгорода получили травмы 466 человек. Выросло и число ДТП. Контакты управления административно-технического контроля размещены на сайте городской администрации. Специалисты обещают, что надзор за состоянием тротуаров будет ежедневным. Напомню, с начала зимы за неудовлетворительное состояние тротуаров вдоль дорог и за нарушение содержания внутриквартальных пешеходных дорожек обслуживающие организации Нижнего Новгорода оштрафованы почти на 1,5 миллиона рублей.